получился короткий перерыв у нас. Нам дали небольшой отпуск, поэтому не успели растерять форму. Я даже рад, что остались в Москве, никуда не полетели. Провели сбор в домашних условиях, где все знакомо, поэтому никаких проблем с этим нет. Нам предстоит непростой график, будет очень много игр, будет много игровой практики. Главное, чтобы все были здоровы, потому что нам все нужны. Сейчас Федя приехал, Смолов. Уверен, он нам поможет, знает, как забивать суперкубки. Так сложилось, что играем с одной и той же командой на том же стадионе, поэтому надеюсь, удача будет на нашей стороне. Ну, дополнительная мотивация на такие игры не нужна, потому что все понимают ответственность. Нам главное выйти и победить, и забрать кубок. Мы очень хотим начать хорошо сезон с победы, поднять трофей. Для всех это очень важно.